Актуальная тема для новогодних праздников – торговля пиротехническими изделиями. Сотрудники полиции выявили 14 нарушений в этой сфере, изъяли почти 4500 изделий, а в отношении реализаторов и предпринимателей составили административные протоколы. За неделю стражи порядка обеспечивали общественный порядок при проведении 60 массовых мероприятий с участием более 22 тысяч человек. В этой работе было задействовано 230 сотрудников полиции. Нарушение общественного порядка не допущено, доложил начальник штаба отдела МВД России по Краснодарскому краю в городе Анапа Алексей Журавель. Глава Анапы Юрий Поляков поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за добросовестную службу и обеспечение правопорядка на территории города-курорта.